Всем доброго времени суток. У нас сегодня у Маркичелла день рождения. Один единственный подарок, который приехал вовремя, это от дяди ему. Сейчас будем смотреть. Санки коляска, Ника 4.1, если не ошибаюсь. Детский мир. Отдельно ему спасибо. Заказывала специально на сегодняшний день подарок для Маркичелла. Они не привезли. Прислали смс, что заказ задерживается на 1-2 дня. Ну ладно, давайте попробуем санки разобрать. Инструкции я не нашла. Вытащила из пакета. Вот здесь сбоку. Вот такая застежка была закрыта. И вот здесь, я так понимаю, от подножки была опущена. Ну, то есть наоборот, она была сверху, я опустила. Сейчас попробуем разложить. Так, одной рукой неудобно. Секундочку. Ну, в принципе, двумя руками легко раскладывается. И вот здесь вот фиксируется. Тут еще должен руль как-то. Ой, извините. Вот это перекидывается, тоже фиксироваться вот этими. Но я думаю, нам не актуально. У нас уже достаточно большой ребенок. Подножка. Так, чехол с двух сторон расстегивается. Так, это сумка. Сумка в комплекте идет. Ну вот она. Да. Какая-то силикононизированная, по-моему. Главное потом не забыть, как это все собиралось. А вот инструкция, которую я не нашла. Она приколота к ремням. Матрасик в комплекте. Как вот эта штука собирается? Вот вижу. Перескакивает. Так, это надо сзади тут подобраться. Надо почитать инструкцию. Так, она у нас сейчас на колесах. Как убрать? Нужно как-то... Нет, надо тоже почитать инструкцию. Сейчас разберемся. Да. Всем понравилось. Муфточка там есть, да, для рук в сумке лежала. В общем, складывается, раскладывать все легко, опускается все легко. Совсем разобрались. Такая муфта. Колеса надо поставить. Такая сумка. В сумке я читала, что есть отделение, но отделений на самом деле нет. Ой, где свет? В общем, просто сумка. Ну, ничего страшного. Переключается, в общем, все легко. Нужно вот это вот толкнуть. Колеса падают. Ставятся колеса. Точно так же в обратную сторону. Опять я одной рукой, мне одной рукой неудобно. Вот. Не знаю, это вообще в кадр попало или нет. А то я пытаюсь смотреть и туда, и туда. Ногой толкаем. Вот. Все разобралось. В общем, все легко.